Это как же? 5 минут одежды. Ты с вами рисовал вчера, да? Да. Ну, нет, не со мной. Не с вами. Да, с другим. Что инспектор сказал бы, что это. Вячеслав Евгеньевич, ну расскажите еще раз. Ну как, по данному факту. Проехал Ленинградский проспект. Нет, это посмотрел уже. Не проспект. Не, не проспект, а как его. Ну, улицу Ленин, это. Там, где у вас парк. Ленина. Вот. Надо было повернуть по Ленину направо. У меня 57-й номер, да. Я прошел вниз туда. Вот, сзади машина посигналила, медленно еду. Смотреть нельзя, понятно, где город нельзя. Ну, раз я его принял, посмотрю, уже на встречке оказался. Это, ну, как бы, никого нет. Во двор, если бы знал, во двор свернул бы, развернулся бы и пошел по-другому. Ну, невнимательность, что. Вот, а потом мужики ехали, я сигналил, сразу свет включил, чтобы видно, что они, это, проехать туда некуда, разрыва там нет, нету на газоне. Нет. Я бы хоть встал бы. Понятно. Ну, из-за этого не. Ну, то есть вы не наш местный житель, это, соответственно, не знаете инфраструктуру нашего города. Ну, из-за этого, да. Ну и, соответственно, невнимательность, да? Нет. Повлияла причиной нарушения транспорта. Да. Все понятно.